как это не смешно звучит, но в третий раз у нас за зиму настоящая зима. И сегодня я, конечно же, буду ночевать в избушке. Как же не использовать такой шанс? Сосулец. Ну, правда, сейчас это в детстве было увлекательно, сейчас нифига не увлекательно. А, ну прикольно. Все. Все нормально. В избушке все нормально, никого не было. Ну что, давайте сходим к баньке, посмотрим, что там. Как там выглядит зимой. Ой, банька зимняя. Сегодня, правда, не буду топить баньку и париться. Это процесс длительный, а у меня другие планы. Ну, тут все так. Ух, как оно привалило это снегом. Да, прикольно. Ага, в печь нападало снега в этот раз. На одно ушко. Так выглядит дымоход. Непонятно, снегом закрыт, не закрыт. Да не, не закрыт, частично. Так, сейчас это мои палочки. Ковырялочки. Сейчас будет все. Да, лучше сразу убрать. Ага, о, как оно понеслось. Сейчас все это внутрь печи потечет с трубы. Ага, прям валит, капает. Вот это да, интересное явление. Угу, прям по стенкам течет. Ух ты! Вот это было сейчас, как я вовремя включила камеру. Видали, ребят? Шапка с трубы-то раз и бухнулась в мой огонь. Вот это да, нормалек. Конечно, мне столько воды не нужно в костре, поэтому я часть, сколько успею, выгребу снега. Зачем мне вода? Это будет вообще вода. Реально вода, вот это все надо выгрести. Вот, прямо капитально. Да, оно уже таять там начало. Моментально. Все это мне не надо. Ну, в кормушках. Посмотри, там снег и пух. Ага, бьет. Поэтому и так. Блин, я так и не делала. Два раза сыпала уже. Все съедала. Кто-то кормится тут знатно. Уникальное зрелище. Печная труба. Еще остатки шапки снежной. И дым валит. Красота, да? Мне так нравятся все эти моменты. Они наполнены особым очарованием. Снега на крыше становится все больше. Вот и проверим избушку на прочность. Чего переживать-то? Как раз все проверится сегодня. Сегодня я на дверь. Ой, сосульки. Сегодня я на дверь повесила такое покрывало. То есть, когда я выхожу, дверь я оставляю уж открытой, а покрывало есть. И как бы сохраняется тепло. Сейчас у меня тут полный бедлам. Я все тут принесла. Снаряжение. Разожгла камин. Пока все валяется. Сейчас буду все это раскладывать, обустраиваться. Такой круговой обзор. Избушки изнутри.
Что называется, место встречи изменить нельзя. Как же не прийти в столь снежное время переночевать в избушку? Это же просто нереально. Нам тут обещают целых 4. О, 4 дня зимы. Это здорово. Так, сегодня я хочу приготовить пышку с мясом, сыром и луком. Мясо я покрошила. Мясо вареное. Мясо это куриное, белое. Грудка. Так, думаю, мяса многовато, конечно. Но сколько взяла. Теперь постараюсь как можно мельче покрошить лучок. Ну, не прям уж мелко. Ну, так. Мельче, чем обычно, скажем так. Кстати, вот этот нож пчак мне очень нравится. Крошит овощи, мясо просто вот шикарно. Но нужно быть очень осторожной, дабы не порезаться. Потому что действительно нож очень острый. Моя любимая Мора настолько овощи виртуозно не крошит. Ну, у каждого ножа свое предназначение. Ну все, ингредиенты практически готовы. Еще осталось сыр потереть. Так, лучок. Сыр мне понадобится для двух блюд. В пышку и потом еще в тыкву. Два блюда буду готовить. Тесто я сделала дома. Тесто такое непростое. А здесь сметана, яйцо, ну, вода, соль, мука. Смазала слегка маслом, чтобы не липло к рукам. И просто так вот вручную сделаю пышечку. Мне нравится. Кстати, дверь не закрываю в надежде, что получится синичек поймать. Но вряд ли получится, конечно. Они очень пугливые, очень. Не, ну молодцы. Так и надо. А так, конечно, я свою хибару не натоплю, пока дверь открыта. Так, ребята. Такое блюдо мне пришло в голову. Пышка с мясом, сыром и луком. Идет вареное мясо. Вареное мясо. Идет лучок. Так, еще добавляю сюда сыра. Всего так нормальненько. И слегка-слегка солю все это дело. Возможно, надо было все вначале посолить, перемешать. Но как получилось. Так, и заворачиваю. Пышка не пышка, чебурек не чебурек, пирожок не пирожок. Называйте как хотите. Пирог, пышка, чебурек. Так, один готов. И, пожалуй, буду устанавливать сковороду, пока она нагреется. Похоже, получится две таких штучки. Сковороду установила. Теперь наливаем масло. В
знаете, это у меня даже не чебурек, это у меня даже огромный пельмень. Или не знаю, что это будет. Это будет что-то. Ребята, это снова будет нечто. Оба. Под форму сковороды. Решила не морочиться. Отлично. Масло разогрелось. Сразу начало пениться там все. И скворчать. Накрываем. Пускай жарится. О, блин. Оно тут уже, походу, подгорать начало. Ну-ка, смотрим, смотрим, что тут получается-то. Опа. А, не-не, с одного края. Угу. Вот такой пышка-пельмень. Как бы вы назвали это блюдо? С того края костер посильнее, поэтому оно там... Угу. Пельменный пыш. Ай, это... Похоже, готово. Непонятная штукенция. Опа. Главное ничего не перевернуть. Так, идет. А на сковороду отправляю второй жирнючий пышка пельмень. Очень интересно посмотреть, что там внутри. Так, разрежу вот этим. Что за чудо я сегодня сделала? Кстати, я ж не мастер. Ух. Так. Ну, по-моему, все готово. Сыр тянется. Вот он. О, ух ты! Пожалуй, первую пышку обещаю съем. Ребята, всем приятного аппетита. Получилось просто красота. Мясо, сыр, лучок. Тесто такое вкусное, оно ж на сметане. Обалдеть. Опять я чавкаю. Ну уж, ничего не поделать. Всем приятного аппетита. Камеру я выключаю, потому что я буду очень-очень неприлично чавкать. Поэтому выключаю. Я сейчас не то, что наелась, скажем прямо, я прилично обожралась, вернее, неприлично обожралась. Вечер, темно на улице, а чем бы я занималась, если бы была бы дома? Скорее всего, сидела бы в интернете и, возможно, отвечала бы на ваши комменты. Это одно из моих любимых дел. Общаться с вами. А, что хочу сказать. Сижу вот в этой избушке. Ощущение ровно как в походе, только более такое комфортное, спокойное. Скажем, походно-домашнее какое-то, вот гибрид такой походно-домашних ощущений. С одной стороны, обстановка все-таки такая полупоходная, с другой стороны, она не совсем походная, такая где-то местами домашняя. Все-таки камин, вкусная еда, лежанка, я не на земле.
не в снегу, я под крышей. И так вот, знаете, уютно, спокойно, умиротворяюще, медитативно. На самом деле, вот я сейчас с вами болтаю, но перед этим я сидела очень долго в тишине, сама себе приятная. Сейчас я уже думаю, надо же камеру включить, хоть немножко поболтать с вами. А то пришла, сама себе тут в тишине сижу. Слушаю, как на улице снег падает с деревьев. Такая система. Я начала топить печь. И вот смотрите, что делается. Сосульки начали таять. На улице мороз. Ну, небольшой, минус 3 всего лишь. Но уже капель. Вот так вот. То есть прямо сейчас крыша нагревается. И сосульки начинают. Вообще тут, представь, посмотрите, какая красота тут. Обалдеть, как красиво. Это же царство. 30-е государство. Красотень-то какая. Ну, на улице пока минус 3. Ладно. Возвращаемся в нашу берлогу. Из зимы и ночи. На улице минус 3, а в берлоге плюс 5. Два таких немаленьких бревнышка положила в печурку на ночь. Посмотрим, насколько их хватит. Ну все, улеглась. Спокойной ночи, ребята. Утро. Так. Ну все, привет. Фу. Доброе утро. Вначале я была завалилась спать в штанах. Но среди ночи проснулась от того, что мне дико просто жарко. Штанишки-то рассчитаны на минус 35. Пришлось раздеться. Сейчас буду эти штаны обратно одевать, потому что холодно. Огонь потух. Ну да, минус 5. Это вам не плюс 5. Просто на первейшем делом это камин. Огонь. Потом все остальное. Приводить себя в порядок, греть воду, смотреть, что там на улице. Вот. Будет огонь, можно заниматься. Ну, угли есть, возможно, даже разгорится просто так, без спичек, хотя со спичками будет быстрее. Вот это да. Не, надо спички все-таки.
сейчас быстро дела пойдут. Вот, другое дело. Так, смотрим, что тут. Ага. Здесь у нас замерзшая вода в бутылке. Ну, наполовину. Наполовину лед, наполовину замерзшая. Сейчас мы ее... Ой. Сюда. И снимаем. Опа. Нагреем. Классно, когда есть такая возможность сразу зажечь костерчик. Вот это красота. Так, конечно, вот минус 5. Посмотрим, как быстро поднимется. Поднимется, конечно. И сразу, не выключая камеры, идем гулять. Смотреть, что там на улице. Опа. Открываем. Ну. Ой, ребят. Это что-то. Это что-то. Ага. Слышала утром, как прилетали. Кормились. Ой. Вау. Какая красотень, ребята! Обалдеть! Я проснулась в снежной сказке. Дым из трубы валит. Красота! Все, сразу согреваюсь. Это супер! Это просто! Как же красиво на улице! А, кстати, на улице-то минус 9. Это в избушке минус 5. Здорово, хорошие показатели, я считаю. В избушке минус 5, это камин же потух под утро. Нормальненько, нормальненько. Сейчас будет кипяточек. На завтрак у меня будет тыква. Тыква с сыром. Горшочки. Это вот тыква у меня. Конечно, я ее в избу не понесу, хотя на повестке дня у меня сегодня блюдо из тыквы. И вот я ее сейчас прямо на пороге дома распущу на мясо, так сказать. Не, покрошу на мясо, на колбасу. Ну, не знаю, получится ли с одного удара. Конечно, дома тыква распускается не кукри, а ножом. А это здесь. Так. Ради красоты. Главное не поскользнуться. Блин, кайфово-то как, а? Опа. Опа. Тыквяк. Так, ну мне, собственно говоря, кусочек небольшой. Теперь второй удар. Есть шанс помахать кукре еще раз. Как же мне это нравится-то. Ха! Зверство над тыквой. Ну, такого кругляшочка мне, собственно говоря, хватит. Это, кстати, от тыквы вот определенно пахнет летом. Вот просто аромат лета. Не чего-то там, а летом. Вот такой свежести. Вот это, знаете, вот этот огуречный или какой-то вот этот аромат. Обалденный абсолютно ароматище. Сидишь тут в избе, в снегах и вкушаешь запах лета. О, получится горшочек тыквы. Добавлю туда водички сейчас. Маслица. Слегка-слегка, может, посолю. О, ребята, глаз-алмаз. Первый раз. Прямо на горшочек с тыквой положила разогреваться вчерашний суперпонч. Сыр. Вот так вот.
я бы не сказала, что это там супер-пупер шедевр получился. Но я думала, даже хуже получится. Получилось, ну как, что я сделала неправильно. Долила много воды. Надо было совсем-совсем... Так, руки грязные сразу. Капелюшечку на дно. И все-таки, знаете, наверное, это блюдо лучше есть с сахаром. А сахар я не брала. Вот. Но именно вот сыр, сыр исправил положение. И получился вкуснейший такой, знаете, сырный бульон. С кусочками тыквы. По сути, это тыквенный суп с сыром. Горяченький. Сейчас я его буду есть. Вкусненько. Всем приятного аппетита. Супер понч я уже свой слопала. Теперь поем горячего супчика, чайка. Нет, а значит, я хочу кое-что осуществить в термокостюмчике. Поехали. Одеваться, переодеваться, собираться. Да будет пора.